Настроение очень светлое, праздничное. Такой большой праздник. Приехали поддержать сестер Дубовского монастыря, поздравить всех-всех-всех с праздником, Вознесением Господним, пожелать добра, мира, счастья, благополучия, мирного неба над головой, всего самого-самого хорошего, процветания монастырю. Здравия душевного и телесного, сестрам монастыря, матушке, игумене. Всем здравия, душевного и телесного, помощи Божией. Такой светлый праздник. Мы приехали поддержать сестер, поздравить их с праздником. Я присоединяюсь к пожеланиям Лии. Пожелать еще действительно помощи Божией в процветании монастыря, в строительстве нового храма. Помощи Божией во всех делах, начинаниях. Помоги им, Господи!
Сегодня великий праздник Вознесения Господня. Это наш престольный праздник, потому что монастырь назван в честь Вознесения Господня. Вот. И мы сегодня встречаем владыку нашего архипастыря. Прихожане приедут на праздник, гости. Вот мы радуемся, конечно, этому событию, потому что, собираясь вот таким многочисленным составом, мы в полноте как бы этот праздник разделяем со своими близкими, со своими друзьями, с прихожанами, да и просто вот с людьми, которые захотят приехать, разделить с нами вот эту радость и вославить Господа в этот его праздник. Хочется пожелать веры, укрепления в вере. И это возможно, конечно, через приближение к Господу в молитве, через добрые дела. И тогда сердце наше открывается, и мы можем в полноте ощущать вот этот праздник, эту благодать Божию, которая нам подается обильно, особенно вот в такие вот великие 20-е праздники.
Владыки Господи, Высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Помолись у нас, Господи. Господь Бог, о Царстве Твоем.
Евангелисты,
Милости Господи, услыши и помилуй. Яко милостиво человека любит, Бог еси, тебе славу воссылаем. Да иди с нами славят пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно, и во веки веков. Явится оглашение, извините. Оглашение, извините. Явится оглашение, извините. Архиепископы, епископы православные,
Благовесители, Благовечители, Жертвователи, Святые Обители сия, все поющие, предстоящие, молящихся, паломников, во все православные христиан, да поменяет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Поющие, вопиющие, взывающие.
Thank you.
Христос, что Он хотел от нас, от людей. И вот когда Господь умер на кресте, то после Его воскресения, ведь Он не явился Своим обидчиком. Вот как вообще интересно происходит. Он, а кому Он явился? Он явился Своим ученикам. А ведь мы-то как думаем по-человечески? Сейчас Господь вот воскреснет, и Он всему миру покажет. Вот, вы меня распяли, а я воскрес, а вы ошибались. Вот. Нет, Господь так не делает. Вот вопрос, почему? Почему Господь вот не показал всему миру свое воскресение, а показал апостолам? А уже через апостолов их евангельская проповедь дошла и до нас. Потому что Господь, мы видим, что Он не хочет... ни в коем случае, ни в коем мере попирать нашу свободу. И Он хочет, чтобы все было по нашему свободному сердцу, по нашей свободной воле. Вот Господь, являясь ученикам, а они, когда увидели Его, они устрашились. Господь им говорит, не бойтесь, это Я. Подойдите ко Мне, освежите Мои руки и ноги, это Я. И для того, чтобы они удостоверились, что это Он, Господь говорит, ну дайте мне покушать еду какую-нибудь. И это было удостоверение для древних иудеев, если человек, он вкушает пищу, значит, он не призрак. Вот на такие подробности в Евангелии. И вот Господь нам оставляет благую весть. И об этом празднике Вознесения нам повествует особо один евангелист, Лука, в
двух своих книгах, в собственной «Евангелии от Луки» и еще одна книга «Деяния святых апостолов», тоже апостол Лука написал. Господь собирает апостолов, идет на Елеонскую гору и возносится перед ними. Конечно, вот апостолы испытали грусть, печаль, скорбь о том, что вот Господь уходит от них, возносится. Но в то же время они получили и радость, получили надежду, упование. Потому что ангелы возвестили: мужи галилейские, что вы смотрите в небо? Вот как Господь вознесет, так Он и своим пришествием придет. И вот эта радость, мы ее чувствуем в посланиях апостольских. Апостолы, некоторые из них говорили, что вот сейчас должен Христос прийти. Ей гряди, Господи, Маранафа. Вот такая была, было такое ожидание, что вот-вот сейчас Господь должен вторым пришествием прийти. И удивительно, что вот первая апостольская община, она ждала, вот что вот скоро должно произойти второе пришествие. И поэтому радовались и не боялись смерти. И удивительно, что вот когда еще в III веке было очень великое гонение на христиан, и христиан было мало, но церковь принимает решение не всех подряд принимать в церковь. Она, церковь, готовит своих членов, своих чад через таинство крещения, через подготовку. И только тот, который был достоин, он вступал в общину. И община участвовала в этом. И все видели рождение новой клеточки живого организма. И вот Господь нам оставляет после своего вознесения свою церковь, где Он является членом, главой этого живого богочеловеческого организма. И очень важно, что своим вознесением Он открыл нам путь туда, в Царство Небесное. Знаете, вот можно сравнить, вот Юрий Гагарин в 61 году, 12 апреля, полетел в космос. И после его полета стало возможным осваивать космос. До него не было такой возможности, но он ее открыл. Вот Господь тоже своим вознесением, но оно более глобальное, открытие Царства Небесного для человека. Но кто его восхищает, Царство Небесное? А те, кто хочет, те, кто себя понуждает. Господь говорит, нужницы восхищает тот, кто себя понуждает, Царство Небесное. Вот поэтому вознесение, конечно, для нас тоже передается эта грусть. Ведь мы недавно с вами праздновали Пасху, в красных одеяниях были. Мы каждый раз друг друга приветствовали в течение этих 40 дней. Христос воскрес, воистину воскрес. И вдруг вот с сегодняшнего дня мы перестаем говорить. И более того, мы не можем в течение 10 дней говорить одну молитву, молиться молитвой Святому Духу, Царю Небесному. Мы ждем, как те апостолы, которые услышали, что пошлю вам иного утешителя, говорит Господь, а вы будьте все вместе в Иерусалиме. И они собирались очень часто, апостолы, друг с другом, для того, чтобы совершить тайную вечерю, воспоминания о Господе. Вот Господь, наконец, через 10 дней Он послал им иного утешителя, тот, которого мы называем Духом Святым. Вот дай Бог, братья и сестры, и нам с вами подождать малое время. И по образу апостолов мы тоже будем участвовать в снисхождении Духа Святого. Мы встанем на колени и будем просить Господа, чтобы Он обновил в нас Святого Духа, нас, грешников, и чтобы, когда Он придет своим вторым пришествием,
всех нас с вами, братья и сестры, привлек в свое Царствие Небесное. Аминь. Называй имя свое.
сверху это. Митрополит.
Настоятельницам, сестрам, благодетелям почившим и всем святые обители сие и сотвори им вечную субботу, явись прежде Марии Магдалине, из нежи изнасень весов, она же шедшая возвести с ним бывший, плачущимся и рыдающим, и они слышавшие, как жив есть, и виден бысть от нея не яша веры, по сих же двумя от ней грядущими весенним образом, идущими на село, и дошедшая возвести с то прочим, и не тема веры яша,
последи же возлежащими им, единому надеть имеет и креститься, спасен будет, а иже не имеет веры, осужден будет. Знамени же верующим все последуют, именем моим бесы изгинут, языки возглаголют новый, змея возьмут, ахи, что смертные спьют, не вредит их, на недужные руки возложат и здрави будут. Господь же убо по глаголу нигу к ним, вознесеся на ниже сердце, обоведаше всюду, Господу поспешествующую и слово утверждающую, последствующими знаю. Господу помолим сердцем всем. И всех живущих и служащих в ней. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господу помолим сердцем всем. И прийди, рабы твоя, и на дела твоя. Помилуй, Господи, помилуй. Благодать твоя, но покажите. Господу помолим сердцем. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господу помолим сердцем всем. Слава тебе, Твоя Богородица, спаси нас. Очи умна и служися на тебе Божий. Верите на мудрый, на величай. Господу помолим сердцем всем. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Раб Отец, обетование святого Духа, извещение
Сын Божий, Спаситель мира. Умерся и сила славы Христе Божие наш. Радуйся твои благодать тебе, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем все. Помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господу помолим сердцем все. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господу помолим сердцем все. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесусь и во славе Христе Боже наш. Радуйся, творимый ученику, обетованием Святого Духа, и священным им быть благословением, яко ты си Сын Божий, Избавитель мира. Вознесся еси во славе Христе Божий наш, радостно творимый ученику, обетованием Святого Духа, и священным молящимся и все православные.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, мы благодарим Вас за то, что Вы приехали в этот радостный для нас день, престольный праздник, Вознесение Господне в нашу обитель и совершили торжественное богослужение с крестным ходом вместе с оном священнослужителей. Наш обитель называется Вознесенской в честь праздника Вознесения Господня. Был воздвигнут Величественный собор в начале 20 века, который был варварски разрушен. Но первый храм в обители, в корпусе, в Келейном, был домовый и назван был в честь Иоанна Предтечи, ангела-хранителя, небесного покровителя нашего строителя, основателя монастыря, протоиерея Иоанна Алексеевича Покровского. И вот мы хотим подарить вам вот на память, в честь вот этого праздника и этого прекрасного богослужения икону Иоанна Предтечи, нашего заступника, покровителя, вот, с чего начиналась наша обитель. И просим ваших святых молитв и благодарим за то, что вы приехали к нам, и приглашаем вас приезжать еще. Мы надеемся на это, что вы будете совершать у нас богослужение. Все Господи, Владыка. Благодарю Ваше Кремление Анна за добрые слова, за благопожелания и дорогой подарок. Всех вас, возлюбленные Христе, честные отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с престольным праздником, с праздником Дунайцатым, Вознесение Господне. Взыди Бог воскликновение Господь во гласе трубне. Вот так за многие сотни лет до этого исторического духовного события описывает пророк буквально в двух фразах события, которое неразрывно связано не столько с нашей жизнью, жизнью церковной, но и конкретно спасению каждого из нас, спасению нашей души, спасением всего человечества. Мы вчера на всенощном бдении слышали в стихирах такие слова, что ангелы, увидя восхождение в лице Иисуса Христа на небо человеческого естества, удивились, ужасались, как это вообще может быть, что оскверненные грехом человеческое естество, осужденное, казалось бы, на вечные мучения, вдруг восходит во святая святых, в те небесные обители, которые наполняют ангелы Божии. Но мы знаем с вами, что до этого времени, по крайней мере, два человека уже стали насельниками Небесного Царства. Это праведный Енох и Илия. Но здесь речь идет совсем о другом. Они были как бы предвозвестниками о сегодняшнем свершении. Господь исцелил себе человеческое естество. И теперь для каждого из нас открыт новый путь в Небесное Царство, в райскую жизнь. Насколько мы окажемся способными и достойными этой жизни, зависит от каждого из нас, от понимания того, что ничто нечистое не может войти в Царствие Божие. Значит, нам нужно постоянно очищать не только свое тело, но и свой внутренний мир. Взыди Бог воскликновение, Господь во гласе трубне. Восклицали апостолы, те самые ученики Христа, которые на протяжении 3,5 лет слушали поучения, наставления и никак не могли вместить все это до конца в свое сердце, в свой ум. И вот по крестных страданиях смерти Голгофской и воскресении Иисус является и Марии Магдалине, и Петру, и Луке с Клеопой,
А остальные все не верят. Кажется, им все это сон, кажется, все закончилось. Их апостольская жизнь, жизнь учеников великого Христа. Это является, наконец, он им все вместе собравшимся и любовно, по-отечески укоряет. Ну что же вы такие маловерные? Ну что же вы не видите? Ведь все вам было сказано, все было рассказано, все было показано вам. На все пророчества было указано. И вот одно явление, и другое. Ну что же вы такие жестокосердные? И вот явление Христа воскресшего, дерзновение десницы Фомы, дымящийся костер на берегу Тивриадского моря, рыбы печеной часть, хлеб преломленный и суп удостоверяют в истинности событий воскресения Христа. И вот на протяжении, смотрите, 40 дней он наставлял своих учеников в крепости веры. И потом он выводит их из Вифании, и как бы давая последнее наставление, начинает подниматься от земли на небо. И они преисполнены радости и восклицают то, что, какие слова приходят на ум и на сердце. Но являются и ангелы. Во гласе трубном и говорят: мужи израильские, вы что здесь стоите? Они не могли разойтись, когда уже исчезло видение Спасителя. Все стояли и ждали чего-то. Куда нам идти, так и было хорошо. Ведь тот Иисус, который от вас вознесся, придет снова судить весь мир. И вот вам, апостолам, нужно подготовить этот мир, изменить этот мир, просветить его, преобразить, сделать способным к принятию евангельского учения, евангельской истины, евангельской любви. Вот и мы с вами, просвещенные их трудами, сегодня собрались здесь, чтобы прославить нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И хотя, казалось бы, в лице апостолов мы разлучаемся со Христом, Он от нас возносится, оставляет нас, но сердце наше не испытывает скорбь и печаль, потому что есть обетование, есть обещание, что пошлет нам Господь иного утешителя, Духа, истины, который наставит нас на всякую истину и приведет именно туда, куда и взошел сегодня наш Спаситель Иисус Христос. А еще радость от того, что Господь от нас никогда теперь не отлучится, но будет пребывать неотступно, пускай невидимо, в нашем сердце, в нашем уме, в нашей жизни, но и деятельно и чувственно для нас. Более того, Он покрывает нас своей благодатью настолько, что утешает всех боязливых. Не бойтесь, аз есть с вами, и никто же на вы. Какие вы скорби, болезни, препятствия жизненные вы не потерпели, они не сильнее и не выше Бога. А значит, увы, наследники будущей жизни, немножко потерпите, чуть-чуть, себя измените. Этими скорбями очистите свой внутренний мир, чтобы стать драгоценным жертвом в очах Господня. Потому что и нам подобает взойти на небо не только душой, но и со своим телом. А значит, нужно трудиться, очищать всемерно свою внешнюю и внутреннюю скляницу, чтобы
чтобы стать достойным приятия нашего великого, дорогого и любимого Бога. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры! Ну а в сегодняшний день престольного торжества принято, как всегда, дарить подарки. Подарки бывают разные. Но мы хотим отметить труды тех людей, которые потрудились во благо Святой Матери Церкви на Волгоградской земле. Ознаменование столетия со дня мученического подвига нашего святого волгоградского священномученика Николая Попова. Архиерейской грамотой награждается Волкунов Алексей Иванович, заместитель директора по науке ООО «Агрофирма Нижневолжская». Плюхин Алексей Владимирович, староста храма Рождества Христова, Селогорный Малыклей Дубровского микрорайона. Вдовкина Светлана Алексеевна, генеральный директор научно-производственной компании «Русское поле». Ямбатрова Галина Геннадьевна, заместитель директора Межпоселенческий социально-досуговый центр «Молодежный». Плюхина Наталья Сергеевна, индивидуальный предприниматель. Где она у нас? Индивидуальный. Севцова Нина Ивановна, староста храма Михаила Архангела Дубовского микрорайона. Жукова Таисия Владимировна, регент храма Покрова Божьей Матери Дубовки. Никляева Ольга Александровна. Есть? Была здесь. Нету? Куда? Ольга Александровна. Морозова Наталья Александровна. Вот она. Ну и по традиции возносим всем награжденным многое и благое лето. Спасибо вам за то, что общество наше развивается
органично, планомерно и синхронно. Потому что некоторые считают, что достаточно физического и экономического развития общества, весь его духовной составляющей. Ну, вот простой пример жизни утверждает обратное. Некий странник, путешествуя по пределам земли русской, решил переправиться на другой берег одной реки. И вот там его встретил лодочник, который на утлом суденушке перевозил всех желающих. Странник заметил, что весла непростые, в них что-то написано. «Что написано на твоих веслах?» – спросил странник лодочника. «На одном труд, на другом молитва». Ну, труд-то понятно, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. А что вот молитва зачем нужна, я не понимаю. «Не понимаешь?» – сказал лодочник. И поднял одно весло вверх, продолжая грести другим. Лодка закрутилась на одном месте. Видишь как? Если ты трудишься без молитвы, если ты свою жизнь основываешь только на материальном состоянии, а не учитывая духовное, то твоя жизнь превращается в суету и вращение, кружение на одном месте. Вот я вижу, что и радуюсь вместе с вами, что Тубовский район у нас развивается и вширь, и ввысь. Спасибо. Это и есть для всех нас образец развития общества и движения всех в общем делу. Спасибо, Господи. И матушку. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Вот благочинный меня спрашивает, как они. А есть исцеление? Конечно. Вот мне нужны свидетельства. Молодцы. Так, да, директор минус.
Спаси вас, Господи. Благодарю. Сестрички Божьими назовут с вами. Спасибо за внимание. Молитву нашла. Матушка. Молитва. Скорби. Исполняй.